А теперь открой глаза. Привет. Здравствуйте. Ты знаешь, кто я? Вы мой профессор. Система функционирует нормально? Неполадок нет. Запомни, тебя зовут... Его роботы стал чудесным. Механизм продуман хорошо, но не доставало одного. Чай, что сделать будет нелегко. Это сердце под сотни лет мимо пронеслись на века. Брошенный один робот, что был чудом сотворен. Же ты всю свою жизнь делу посвятил, чтобы создать это сердце счастье для него. Пока не запускай эту программу. Она слишком тяжела для тебя. Механизм опять начал свой ход. Чудо вновь свершиться должно. Почему слезы мои? Программа, созданная профессором, в которую он пытался вдохнуть жизнь. Но почему тогда профессор был так добр ко мне? Тогда я еще не понимала этого. Чудо в сердце, в груди, все стучит, не стучит. Теперь узнала я, что значит быть счастливой. Чудо в сердце, в груди, все стучит, не стучит. Теперь узнала я, что значит быть печальной. Сердце бьется в груди, сердце вечно стучит. Почему же это? Трудно прожить. С этих самых пор, с этого дня, память, что так долго спала в глубине сердца, хочу я настоящее чудо. Робот, у которого есть сердце, спел песню, вложив в нее все свои мысли и чувства. Но чудо это длилось недолго. Вскоре тело робота не выдержало тяжести сердца. Он больше не мог двигаться, но все равно продолжал улыбаться, как ангел.